Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды мы с тобой забираем. Так, 29 ПВП очков. Так, по-моему, я могу что-то в магазине приобрести. Ну-ка, зайдем. 93, так, и мы с тобой купим. Ага, Леонардо оригинал. Давай приобретать с тобой. 3 ДНК в кармане, и нам нужно всего лишь 20 ДНК, чтобы его прапать. Так, по жетонам у нас с тобой 465, а нам нужно 610. Долго, долго, ребята. Ну что, открываем с вами колодочку и смотрим, что у нас тут. Ага, крысиный король нам выпал. Так, задания у меня все выполнены. Через 10 часов только лишь откат. Пицца нам не нужна с тобой. Так, по списку. Давай-ка глянем на Донателло, сколько нам нужно еще найти. Ага, 6 наушников. Ну что, поехали, попробуем сейчас быстренько с тобой накопать. Неудачно. Опять неудачно. Так, одни наушники есть. А нам нужно, так, вторые. Так, зеленая колба какая-то выпадает нам. Да хорош, эта колба мне не нужна, ты понимаешь? Да что ты будешь делать, а? Ну-ка, давай вот здесь попробуем. Так, мутаген. Журнал какой-то. Современные хроники. Современные времена. Слушай, вы издеваетесь, что ли, надо мной? Там комиксы, тут колба выпадает. Ты прикинь? Во, неужели выпало? Так, сколько нам нужно еще? 3. Слушай, может быть, нам... Хотел сказать, давай здесь попробуем, ага. 3 наушника. 2. Ну, пожалуйста. Одни наушники всего лишь остались. Есть. Неужели? Неужели, ребята? Ну что, прокачиваем ему бейсбольную бомбу до 5-й ступени. Ух. Нормуль. Так, подожди, что ты делаешь-то? Дальше нам нужно с тобой найти очки 9 штук. Так, ноутбук. Это ноутбук Донни, да? Или что? Так, ну-ка давай-ка я сейчас попробую быстренько его найти. Ага, раз. Два. 155 мутагена. Ну давай, пожалуйста, мне ноутбук. Кольцо крутости, зачем оно мне нужно? Вот скажи мне, кольцо крутости. Так, ноутбук Донни, все. Так, ребят, остается нам найти с вами 20 комиксов и 9 очков. И мы прокачаем полностью до 6-й ступени бейсбольную бомбу. И будем уже прокачивать кого-то из новых персонажей. У нас тут на Усаги все нормуль. Да, у него все прокачано отлично. Так, а у Майки, по-моему, тоже, у Рафаэля вроде бы тоже все, да? Слушай, подожди-ка, кто-то у нас здесь... Железная голова, что ли? Да нет, у нее тоже все прокачано. А, Рокзар, по-моему, да? Да нет. Слушай, а кого-то я недопрокачал. Смотри-ка, у нас у Армагона, ё-моё, тут еще прокачивать и прокачивать. Смотри. Тра-да-да-да. Плюс привет, приятель. И также большое и белое нет. Причем очень много что у нас есть. Ну, здесь, конечно, плохенько. Но согласись, очки, кошку, чеп-планшеты, геймпад — это можно найти довольно легко. Это такие предметы. Смотри, у нас с тобой доска. Вообще 101 штука. То есть будем прокачивать обязательно, ребят. Ну что, друзья мои, псих-одиночка с перфоратором вроде бы как успокоился, надеюсь, надолго, а мы с вами продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, и мы пойдем-ка с тобой, наверное, на турнирную арену, хотя подожди-ка. Так, 8 часов, это он сколько? 2 часа там пиликал, ё-моё. Турнирная арена. Так, Лига Мастеров, 29 ранг и 0 откатов. Вот то, что 0 откатов, это самое плохое, что могло быть вообще. Так, ну, в 2 звезды нам по-любасику нужно с тобой сегодня залететь. И кого-то нам нужно выбрать. И это будет, наверное, вот это вот. Марко Басбарко, ё-моё, вот это название. Марко Басбарко. Так, берем Леонардо. Хотя, подожди, Леонардо, наверное, мы пока не будем брать. Возьмем просто Зека, Рокзара, Армагона и... Тихо, Тимати, не надо лезть. И возьмем сюда, скорее всего... Так, в принципе, есть, да? Шанс на победу. Тогда я возьму, наверное, сюда Муху и Кирби. Нет, лучше Ваньку. Я просто смотрю и боюсь, как бы здесь Донателло не сделал массовую атаку. Если он попадет, естественно, по нашей Мухе, он может ее сфейлить.
Вначале бросаем с тобой бомбочку от зэка. Угу. Теперь предпочитаем взять провокацию. Ага, усиление атаки делает Микеланджело. Что же, мы с тобой применим валун. И... ну, неплохо, неплохо. Так, Ванюша сейчас будет ходить. Может быть, попробовать его... давай плевком. Отлично. Слушай, и добиваем Майки. Смотри-ка, команда не подвела меня. Я, честно говоря, боялся за Ваньку, боялся за Муху. Ну, за Муху, наверное, больше, потому что 52 уровень против 65-х, 66-х. Это, конечно, опасно. Ну что, 19-я позиция. Ребят, нам нужно еще, ну, наверное, боя 2 выиграть, и все будет у нас тип-топ. Так, Андрюха, Джоэл и Артур. Судя по всему, надо брать Джоэла. Берем Джоэла, Донателло плюс Карайка. Погоди-ка, тут 72-е, 69-е уровни. Особо тут не забалуешь, я тебе скажу. Ну что, попробуем вот такой командой. Конечно же, у них перевес, причем большой. Слушай, погоди-ка, слишком большой перевес. Я думаю, наверное, нам надо взять кого-нибудь. Ну вот, например, уберем с тобой Тигра и поставлю сюда Майки. Не уверен, что он нам поможет здесь. Но если уклонение сработает, которое он будет бафать, то есть шанс на победу. И именно за него я и держусь. За этот самый шанс. Так, бросаем кунаи. Тут Рафаэль, видишь, хиллер. Поэтому особо сильно распыляться здесь не стоит. Нам нужно с тобой как можно быстрее нанести массовый урон. Колоссальный причем. Ну-ка. Ай-яй-яй, Донни, Донни, ну что ж такое-то? Ванька, надо Ваньку сносить, друзья мои, иначе он сейчас будет массовую атаку применять. Дальше идет Рокстеди. В кого он сейчас шмальнет, а? По всем. Так, делает дополнительную защиту. Слушай, убиваем с тобой. Погоди-ка. Да, отлично, Рафаэль пал. Дальше попробуем. Ай-яй-яй, Майки выдержал. Массовая атака пошла. Слушай, нам нужно хильнуться. Это во-первых. Так, теперь подумаем давай. Если я применю массовую атаку, Змейка Бьюн получит, да? Он 67 уровня. Поэтому, наверное, будем делать вот так. Фигня какая-то. Давай тоже поставим с тобой массовую защиту и провокацию. А стоит ли брать ее? Слушай, я, наверное, сделаю лучше вот так. Крит атаку. Так, ну защита нам здесь помогла. Очень хорошо помогает, на самом деле. Так, если... блин, они тоже все под защитой стоят. Ну, попробуем. Ага, понизили атаку. Майки, давай-ка мы вырубим твоего брата. Замечательно. Теперь попробуем еще постепенный урон повесить на Рокстеди. Нет, не вышло. Ну, тут можно уже массовыми атаками бомбить. Так, а если сделаем вот так? Е! Не зря, ребят, я прокачивал, да? Бейсбольную биту. Тихо, 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 тихо. Донни, успокойся. Отдохни с дорожки, ты устал. Блин, какой же он тяжелый. Ты посмотри, фиг пробьешь его, а? Да. Вот тебе и Донателло. Посмотри, не могу просто ничего с ним сделать. Люто, очень люто. Ну-ка. А если супер ударом? Да иди ты. Ты издеваешься, что ли? Ты посмотри, я его не могу пробить, ты прикинь. Просто, ну-ка давай, сюриками. Все. Ну офигеть, у него от ближнего боя, да, от ближней атаки просто хп не отнимались. Там по одной единичке. Конечно, это круто. Ну и... почему всего лишь 11-я позиция? С какого, блин, перепуга-то? Что-то, ребят, меня здесь вообще прищемляет по-черному. Должен был уже, ну, хотя бы там 5-я позиция. Но никак, извини меня, не 11-я. Так, ну что, 68 уровень. Давай, наверное, мы с тобой возьмем двух слабых. Возьму Бакстера, Рафаэля сюда и Змею Карай. Это опасно. Криса Брэдфорда. Так уж и быть. Уговорили вы меня взять Криса Брэдфорда. Я просто слышал, как кричали, поэтому взял. Ну что же, давай приступим.
Да ладно, блин, ну началось, а, ребят, ну... Ну с какого, блин, перепуга у них... Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас, по-моему, мы тут с тобой сфейлимся. Леонардо, мы его ушатать не сможем. Единственное, я могу, наверное, поставить защиту и надеяться, что они не будут бить сплинтеры. Ага, ага. А что я радуюсь, там кролики у него с массовой атакой. Сейчас вжарят мне по полной программе. Угу, плюс защиту. Нет, ребят, не защита. Так, ну что, пробуем с тобой. Волнуй. Так, как бы нам ушатать бы, а? Ну давай, удар Бусидо. Постепенно урон, интересно, их накажет или нет? Ну, фу. Друзья мои, нам повезло. Почему-то кролики не стали ходить, удивительно. Ну, а так мы с вами всех сохранили. Отлично, мы получаем с тобой кубки. И сейчас, я думаю, что мы уже перейдем все-таки в мастер. Слушай, ребят, ну это какой-то, это трэш. Я три боя на месте топчусь с 19 ранга, чтобы перейти. Вот сейчас будет третий бой, чтобы перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. Чё за фигня? У меня уже персонажа нет, тут специально что-то жмут. Так, я уже гневаюсь очень сильно, поверь мне. У меня же желание выругаться просто-напросто. Так, давай, Лео, иди сюда. Давай вот этих двух возьмем слабых. И вот так. Как думаешь, есть шанс у нас здесь на победу? Ну, в принципе, если Леонардо сейчас не будет дурачка валять, да? Если инициатива у нас с тобой будет хорошая, мы, в принципе, должны будем их всех тут наказать. Но не с первого удара, конечно же. Так, ну-ка, два. Два еще, пожалуйста, урони мне. Нет, только одного. Ну, хотя бы замедляшку повесь, а, карайка. Так, шикарно. Уничтожит, нет? Нет, не пробил. Нифига у него не получилось. А мы, наверное, сейчас его... Давай, вот так вот. Отлично, Лео. Да, друзья мои, выжили. Мы переходим с тобой в Лигу Мастеров 2 звезды. Не забывай, что сегодня воскресенье, завтра будет понедельник. Завтра у нас будет по откату. Я, правда, буду работать. Но если только вечером, опять же, поздно, где-то в часов 10-11 вечера, я смогу записать серию. Как говорится, бустануть с опозданием. Ну что, здесь, наверное, нам выбрать надо Мухаммеда. Но он самый слабый из всех, да? А кубки у них одинаковые. Берем Усаги, Железноголового, Шархана. Ай-яй-яй-яй-яй, как же тут, ребята, я подставляю просто всю команду. Железноголовый со своей провокацией, конечно же, не встанет в первую очередь. Тигр максимум бомбанет, да? А тут смотри, у него кто. Усаги, да, Усаги может еще сейчас неплохо прописать. Но опять же, враг слишком крепкий, сильный, и сразу он не упадет. Вот, о чем я тебе и говорил. Ну, давай понизим защиту. Фиг, тут что получилось. Ах ты, Лео, Лео. Ты смотри, что он сделал, ребята. Он подхилил всю команду, и кто-то сейчас упадет. Кто-то упадет. И это будет Мондогека. Угу. Естественно, следующим, наверное, они будут брать Рафаэля в оборот, это 100%. Потому что он у нас не прокачанный. И вот этот суперудар нам здесь ничего не сделает. Кого я могу бомбануть? Вот прям с лету. Леонардо. Ну, давай попробуем двойной атакой. В принципе, должны его положить. Так. Дальше этот должен ходить, но попробуем его все-таки тигром ушатать. Нормуль. Этот от постепенки упал. Да, все-таки, друзья мои, они забомбили мне Рафаэля. Но, слава богу, у нас с тобой хотя бы выжил тигр. То есть мы все равно получаем с тобой кубков побольше. Ну, если бы вся была бы команда целая, мы бы с тобой вообще были бы в куражах. А в данный момент, как говорится, выбирать не приходится. Давай посмотрим хотя бы, на какую позицию мы с тобой переместимся. С 93 на 90, да? На 88. Но я другого и не ожидал. Мы можем, конечно, использовать с тобой откаты. Сколько у нас тут? Ага, $250 за 10 откатов. Не знаю, если завтра будет напряженочка какая-то, да? Если я почувствую, что буду слетать до Лиги Мастеров 1 звезда, я, наверное, потрачу доллары и немножечко бустану. Так, ну что, здесь у нас, мы, по-моему, пробовали, да, и ничего у нас тут не получилось. Да. Заведомо... Подожди-ка, подожди-ка, секунду. Ага, ну да, тут Змей-Ковьюн, нейтрализатор, они 90 уровня. Да, мы здесь с тобой не справимся.
Тогда можно мне, пожалуйста, пофармить чуть-чуть черепашек, а? Пожалуйста. Ну дайте, не жмитесь. Во. Майки Космос. Уже хорошо. Дони Космос. Шикарно. Так, маяк этот. Ну, ноутбук, ну зачем вы издеваетесь надо мной? 40 жетонов. Все. Слушай, как-то быстро сыр кончился у нас, да? Вроде испытания никакие не проходил. Так, что у нас там по смятению? О, еще, ребята, еще долго. Еще долго. Пиццы у нас маловато. Вряд ли мы здесь, конечно, куда-нибудь пройдем далеко. Но мы можем с тобой, например, пройти вот эту вот первую, так сказать, часть. Ну, дойти до второй. Вот это вот промежуточный у нас. Ну, давай попробуем. Все равно время есть, да? Спешить нам некуда. Бомбанем. Разберемся с ними. Хотелось бы, конечно, уже прокачать каких-нибудь новых персонажей и немножко поменять мне состав. Я думаю, вы бы были тоже не против посмотреть. Я, конечно, потихонечку-потихонечку прокачиваю, но этого все равно недостаточно. И проблема только в одном. В мутагене. Так, тихо-тихо-тихо. Посмотри, что он сделал. Он понизил мне атаку. Вау. Не могу пробить. Что за дела? Давай-ка хильнемся с тобой. Это только первая же волна, да? Первая волна. Так, ушатай этого змейка Вьюна. И переходим на следующую. Хан. Кстати, Хан был виновником торжества в прошлый раз, когда мы проходили с вами вот это вот измерение. Потому что именно он подбил мне баг с Тростокуна. Все, наверное, это помнят. А ну-ка, давай-ка попробуем маузеров вызвать. Опять он выжил. Вот, вот, смотри, он опять начинает лезть на Бакстера Стокмана. Именно его бомбит. Ну, я понимаю, потому что, во-первых, Стокман у нас 80 уровня, он самый маленький получается. И, конечно же, Хану выгодно его бомбить. Так, он хоть какой-то урон нанесет, да? Ну что, здесь прошли, давай вот это, наверное, с тобой пройдем. Пройдем испытание и потом уже пойдем с тобой на черепашек. Быстренько забомбим и закончим это все дело Шреддером. Так, я думаю, стоит ли нам... Не надо, наверное, тут никакого уклонения. Ну-ка, давай-ка мы попробуем заблокировать. Не вышло, если так. Да ладно. Что, такой крепкий, что ли, парень? Успокойся. Так, добиваем с вами консервную банку. Тут еще одна у нас стоит. Сейчас мы и его нахлобучим. Переходим на последнюю волну. И тут у нас острозуб, саблезуб. Так, шутить с ними не стоит. Сразу будем применять массовые атаки. Хобана. Так, уклонение, наверное, да? Да, тут лучше поставить уклонение. Потому что училка имеет массовую атаку. Эти плюс у нас... Слушай, давай-ка вот так вот здесь я сделаю. Ну, неплохо. Добить сможем? Отлично. Так, минус двоечка от постепенки. Так, саблезуб тут выпендривается. Все, он готов. И добиваем училку. Все, ребята, тут на изи получилось. Но я, правда, потратил очень много своих талантов. А у нас впереди, не забывай, будет бой с черепашками. Так что, либо нам идти сразу на бой, либо немножко вот здесь помуржиться. Хотя, подожди, у нас же с тобой хилки полностью, да, восстановлены? Да, полностью, поэтому... Поэтому, я думаю, надо все-таки наказать этих черепашек. Классика, да? Черепашки классические. Рафаэль, Лео. Так, и начнем мы, наверное, с Микеланджело, да? Слушай, у него инициатива вообще, ты смотри, в разы круче, чем у остальных. Смотри, сколько он уже накопил. Упс, кому он хочет ударить? Бакстеру. И это, знаешь что, это серьезная заявочка. Давай, Усаги, не подкачай. Контратака только лишь на Усаги повесилась. Блин. Я переживаю, он, наверное, сможет. Давай хильнемся. Просто Леонардо может уничтожить мне Бакстера, если сделать прыжок свой, а он будет его делать. Оу, нет. Вот что он сделал. Так, Люк. Блин. Еще Донателло со своей массовой атакой. Чтоб вас, а? Ну давайте хоть кого-нибудь-то уничтожим. О, провокация. Замечательно.
Так, провокация. Выпускаем с тобой волну. Хиляться. Слушай, я пока не буду хиляться, наверное. Подождем маленечко. Я хочу, чтобы Рафаэль потратил свой хил. Может быть, заблокируем ему? Или уничтожим? Нет. Вот так вот делаем. Все. Хиллера у них нету, соответственно, сейчас будут все бомбить именно Рафаэля. Рафаэль будет сдавать задачи, и тут мы с тобой будем применять, естественно, лечение, которое у нас с тобой еще сохранилось. Так, применяем хилку. Так, и нам нужно, по идее, с Майки разобраться. Давай, Рафаэль. Усаги добиваешь, молодец, красавчик. И остается Леонардо, которого мы прошиваем. Да. Ну что, ну согласись, да, серьезные черепашки. С ними тут сильно не забалуешь. Ну а мы с вами идем до Шредера. Шредер уже ждет. Как говорится, Крэнк его там немножко поднапрек. Нам же хватит здесь, да, на поединочек. Нам должно хватить, по идее. Единственное, что пиццы у нас больше не хватит на следующий бой. Ну что, кабанчик, начнем, пожалуй, с тебя. Такой крутой, в очочках, все дела. Ну-ка, заблокировать ему получится? Да, это хорошо. Когда блокируешь ему способности, его таланты, да, которые он применяет с большой радостью, сразу становится спокойно на душе, потому что ты уверен, никакого там полета, никакой там пушки он не достанет. Будет чисто в рукопашку бить. А рукопашный бой у них не особо сильный. Ну что же, мы добрались с вами до Шредера. Я вот не знаю, у нас уклонение-то есть или нету. Шредер-то лютует, не забывай, что он вешает еще постепенно урон. Так, уклоняшка есть, уже полдела сделано. Давай-ка вот так с тобой сделаем. Усилим атаку наших бойцов. Ох, сейчас будет красиво. Будет офигенный разбор. Раз, два. Понизили атаку, ой, защиту. Заблокировали способности и добили. Прикинь, всего два персонажа. Знаешь, почему так быстро? Да-да, именно потому что мы с тобой усилили атаку нашим бойцам, по-моему, на 70%. То есть, ты прикинь. Быстро мы его, конечно, здесь расписали, раскатали. Ну, хватит у нас, например, еще на один бой. Или же нет. Если хватит, то хорошо. Смотри-ка, хватило, друзья мои. Так, здесь у нас пиццелицы стоит, да, с этими отморозками. Начнем с пиццелицва. У него на лбу такая эта фигня, там гриб, по-моему, если не ошибаюсь, да? Шампиньон какой-то. И самое удивительное, что мы ему заблокировали способности, сразу расписали. Так, ну этих поганцев сейчас быстренько с тобой уничтожим. Раз. Так, давай сюда. Ага, еще выжил. Все, и переходим на последнюю волну. Кто у нас тут? Ага, Рахзар, тигр, блин. Ну-ка, давай-ка вертушку Лео. О, минус Рахзар, слушай, ну это круто. Тогда мы уничтожаем с тобой Карайку-змею и попробуем. Ну, еще удар сделай. Ай, ай-яй-яй, а так если? Все. Неплохо, неплохо мы с тобой раскатали. На арене, конечно, не очень хорошо сегодня поиграли, но в смятении очень даже отлично, я бы сказал. Все, пиццы у нас нету. Ну, буквально еще, наверное, серии 2. И мы с вами пройдем, получим ДНК на наших черепашек. Конечно, жалко, что вот негодники мы с тобой не смогли поиграть нормально, да? А мне нужны вот эти вот гербы. И причем очень много надо. Мешок добычи. Ну ничего, наступит тот момент, когда мы будем проходить все испытания просто от начала до конца на изи. Ну а на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!